Эмоции 38-летнего жителя Саранска взяли вверх. Он решился поставить точку в отношениях со знакомым, с которым у него был давний конфликт. 24 августа он пришел в квартиру горожанки в доме на улице Веселовского, где в этот момент находился ее 45-летний сожитель. И повод для визита был не мириться. Зная о том, что обидчик находится в жилище женщины, он, воспользовавшись моментом, проник в квартиру, ударил мужчину ножом и скрылся с места преступления. Потерпевшего с ножевыми ранениями в шею госпитализировали. Врачи спасли ему жизнь. Горожанин сразу указал на обидчика. Его задержали. Когда эксперты дали заключение, что здоровью жертвы был причинен тяжкий вред, в отношении 38-летнего ранее судимого гостя завели уголовное дело. Следственным органам предано обвинение в законном проникновении в жилище и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд. Первого заседания обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде. Дарья Баргова, программа «Происшествия».